Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня у нас знаменательный день. Нашему проекту исполнилось 8 лет. Уже прошло 8 лет с тех пор, как я начала делиться с вами секретами красоты и здоровья по-тайски. И я благодарю всех, кто поддержал наш проект, и всех, кто с первых дней и до сих пор остался такие люди. У нас есть такие подписчики и клиенты, которые с нами буквально с первых дней. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете и помогаете нам в нашей работе. Спасибо вам за обратную связь, за ваши письма, которые помогают нам стать лучше. И к этому празднику я подготовила не совсем обычные подарки для России. В Таиланде это обычные, привычные, традиционные вещи. Начнем с бальзама, который я привезла с тайской выставки. Вот видите, вот здесь вот на фотографии вот такой вот дядечка в шляпе. Вот, честно скажу, не помню, как зовут этого мужчину, но я с ним знакома лично. С ним я познакомилась на выставке тайских традиционных ремесел, которая проходила в Бангкоке. И этот мужчина, он не только продавал свои бальзамы, но также он делал массаж. Все бальзамы на выставке были примерно одной цены. А этот бальзам был дороже, в два раза, чем все остальные. И я подошла и спросила, говорю, извините, а почему ваш бальзам дороже? А он говорит, иди ко мне на массаж, я тебе сделаю массаж с этим бальзамом, и ты поймешь, почему мой бальзам дороже. И я согласилась, и после часа массажа я поняла, почему его бальзам стоит дороже. Потому что это человек, который знает свое дело. И кроме того, этот бальзам, он действительно сделан с душой. Он сделан на основе пчелиного воска, и он очень богат лечебными травяными экстрактами и компонентами. Весь полностью я, к сожалению, узнать не смогла. Тайцы, они очень оберегают свои рецепты, не рассказывают, что там у них находится. Но он мне сказал основные ингредиенты этого бальзама, и я посмотрела по названиям этих трав и поняла, что это на самом деле сильный бальзам. Если он раскрыл мне настолько сильные компоненты, что там содержится в остальных компонентах. Когда я чувствую какой-то дискомфорт в спине, я смазываю этим бальзамом шею и плечи, я просыпаюсь уже с легкостью. Этот бальзам, он не так жжет, как остальные бальзамы, которые есть в нашем ассортименте. Он обладает не очень сильным запахом. Да, запах есть, но он не такой прям ядреный. И по действию он мне нравится больше, чем остальные бальзамы, с которыми мы сейчас работаем. И вот этот вот бальзам мы будем дарить вам в подарок. Посмотрите условия акции, там написано, при каких суммах вы можете выбрать себе в подарок этот бальзам. Это всего 100 штучек, поэтому я надеюсь, что он вам достанется. Следующий подарок, который я буду дарить нашим клиентам, это бальзам для губ с чайным деревом и с экстрактом и ароматом вишни. Вы помните, у нас был такой бальзамчик, мы часто дарим его нашим клиентам, и он вообще является нашим лидером продаж. От этой же фирмы только беленький, просто с запахом чайного дерева и бесцветный. А этот бальзам, он обладает легким розовым оттенком. Видите, здесь в баночке видно, что здесь есть розовый оттенок. Давайте я его открою и покажу вам, как он выглядит. Этот бальзамчик обладает приятным вишневым ароматом и легким розовым оттенком. То есть у вас губы не будут прям ярко-розовые этого бальзама. Они приобретут такой совсем легкий, еле заметный оттенок и приятный вишневый аромат. Следующий подарок это маска от компании Faces с тремя типами коллагена. У нее очень интересный состав, богатый полезными омолаживающими ингредиентами. Это наша новинка, но вы можете ее попробовать, выбрав ее среди наших подарков, участвуя в нашей акции. Последняя новинка, которая будет участвовать в нашей акции, это чай из шкарлупков орехов Инка Инчи, или Сача Инчи, как их называют в Таиланде. Покажу, как они выглядят. Вот такие вот шкарлупки. На литр достаточно заварить 2-3 шкарлупки этого чая, чтобы получить уникальный напиток, который поможет вернуть вам вашу стройность. Вот так вот выглядит этот чай. Обратите внимание. Беру запотело, чтобы было видно шкарлупки. Вот такой вот цвет настоя. Стараюсь не облить свой ноутбук. Вот там внутри. Этот чаек я пила в течение месяца вместо воды.
То есть я заваривала по несколько литров напитка этого в день и его выпивала в течение дня. Эти же колубки можно заваривать 2-3 раза. Первый раз получается прям такой ядреный темный цвет, второй раз уже послабее, третий он практически уже получается как водяной. И за первый месяц я заметила, что первую неделю у меня стабильно, каждый день, вне зависимости от того, что я ела, у меня уходило 200 грамм. Когда я закончила пить этот чай, вес на обратно не вернулся. И что мне больше всего понравилось, это то, что начало уходить объемы талии. Это на самом деле меня очень порадовало, потому что обычно, когда худеешь, да, попа ушла, грудь ушла, а живот остается на месте. Особенно кто после родов, мамочки, вы меня поймете. А этот чай, он помогает первым делом избавиться от объемов на талии, потому что попа, в принципе, с грудью меня устраивает, они мне не лишние, а вот талию хочется постройнее. Этот чай имеет абсолютно нейтральный вкус и также обладает массой полезных свойств. И этот чай вы можете получить в качестве подарка, участвуя в нашей акции. Кроме этих подарков, у нас в акции участвуют также призы, которые мы используем в прошлых акциях. Там будут и орхидеи в эмали, и серьги из бабочек крыльев, прочие мелкие приятные штучки. Я надеюсь, что я смогу угодить каждому, и вы сможете выбрать те подарки, которые будут интересны. Напомню, что в этом месяце мы проводили конкурс на самый интересный отзыв о нашем интернет-магазине. Пришло время подводить итоги. Кто же получит самый главный и самый желанный приз? Третье место. И приз за третье место вот такую вот пластинку золотую с тайскими иероглифами получает Князева Надежда. Второе место. Котики. Я их упаковала вот в такой вот мешочек, чтобы они не разбились. Я еще прошу, чтобы на складе их завернули в пупырчатую бумагу в нескольких слоях. И вот этот вот замечательный красный мешочек с семейством котиков получает Колосун Виктория. Наконец, кто же у нас победитель? Кто победит главный приз в таком красном мешочке? В это вот замечательного изумрудного Будду получает барабанная дробь Распутина Марина. Девочки, я поздравляю вас с тем, что вы выиграли в этом конкурсе. Спасибо вам за то, что вы принимали в нем участие, за то, что вы прислали такие замечательные отзывы, на самом деле их просто зачитаешься. Я узнала очень много интересной информации из этих отзывов для себя, потому что всегда из отзывов клиентов я узнаю что-то новое о косметике, потому что все мы индивидуальные, и у каждого из нас свои особенности и свои мысли, идеи. Некоторые люди там умудряются как-то традиционно использовать нашу косметику. И спасибо всем за то, что вы пишете об этом. Спасибо вам за то, что вы с нами.